Доброе утро! Мы уже с Афонькой проснулись и смотрим видео, да? Вот для чего снимать домашние влоги? Для того, чтобы Афонька потом их смотрел. Представляете, он смотрит хуторянку. Смотрит, как мы раньше купались в бассейне. Цветочки, а это кто? Это бабочки. Да. Это вин. А? Свинку Пеппу ставь на пол, дедушка будет ехать. Как Афоня был маленький, да? Ты задом ее наперед посадил. Мой завтрак на сегодня — это яичница с колбаской и с помидорами. Но пока тут яиц нету, вот немного сейчас припущу помидорки с колбасой, а потом добавлю два яйца. Здесь два помидора и чуть-чуть колбаски. Как я обожаю смотреть кухню, вот типа мировую кухню, да? Кухню со всего света. Как это здорово. Мне кажется, гастрономические путешествия — это не менее прекрасно, чем какие-то экскурсии. Так, мой завтрак готов. Я буду воду пить, не знаю, не хочу что-то кофе. Детям сделала бутерброды. Сижу, не тоже яичница. В общем, я сегодня забабахала аж две яичницы с помидорами и с колбаской. Персики обалденно пахнут. Просто, просто вообще сногсшибательно. Маме кофе. В общем, я сегодня тут повар. Я, в общем, сейчас буду варить борщ. Разбиралась тут с принтером. Где тут он? Вот он, мой герой, который не печатает. Ну, я уже все пережила этот момент. Позвонила производителям, у кого покупали, все нормально, они там все настроят. Только им нужно прислать принтер, поэтому, наверное, надо будет в деловые линии ехать и отправить им принтер. Они все это сделают. Вот, ну это по мне будет спокойнее. Люди, которые знают, все это настроят, что там было, объяснят и 150 раз это сделают. В общем, вполне себе адекватные. Ну, в смысле, по разговорам, да, то есть могли бы сказать, да пошли вы нафиг вообще, вы нам заплатили там 47 тысяч, и радуйтесь. Вот, но нет, они все решат, сказали, что все нормально, мы все посмотрим, только пришлите нам его. Вот, чистила все на борщ, и теперь очень рада, буду готовить наконец-то. С принтером провозилась, не знаю, столько времени это заняло, но ничего страшного, все, я успокоилась, все нормально. У меня варится, знаешь, что гусиная шейка. Я, блин, на горячей кастрюле, не буду ее открывать. Самый лучший обед, круто. Я тут борща наварила, а будем есть арбуз. Зачем есть борщ, когда так жарко? Наверное, борщ не получился. Да, я всем арбуз теперь предлагаю. Тебе, сынок, вкусный? Пап, вкусный хоть? Вот этот мы по 20 рублей купили. Мамочка сейчас будет красить печеньки, да? Потому что мама сделала сейчас 4 звездочки. И остался айсинг, и Афонька сейчас все покрасит. Давай, сынок. Что ты будешь рисовать, расскажи. Что у нас желтым может быть? Солнышко, может? Ой, да. Да? Оно желтое или зеленое? Оно желтое. Солнышко. Да. А как ты его умеешь? Вот так. Можно просто... Какая вот мама сделала печенье, да? Это, наверное... Оно высохнет, и будем кушать, да? Да. Теперь Афонька может что-нибудь тоже сделать. Афонечка тут играет. Покажи, да. Тут у тебя домик, да? Да, тут... На, тут... Это тут... Ящик. Вот... Кулище он нашел, все самое козукое наталось-то, вот так. Нет, еще нужно посильнее, подожди. Команду дала. Сейчас, подожди, да. Держи. Тупенки, это вот таш. И кто у тебя там живет? Кого тут спит, как она... Корова? Спит вот там. Внизу? Да, навек. Домик вот там. А, ну можно туда. А на туда корову. А, в домик прям, да? Да, вот так. Угу. Это о, корова, точно. Все, давай пока на тут спеть. Да. А, чинить? Чинить и вот так ставь.
Сейчас, стой, надо тут попасть. Паз. Вот, да, всё. Она пусть там спит. Да. Я сделала 4 звездочки, меня попросили, сейчас расскажу все поподробнее. Не знаю, как вы считаете, стоит ли помогать людям в том плане, что, знаете, как конкуренция, есть ли конкуренция там в нашей станице и вообще в других каких-то таких вот маленьких населенных пунктах, то есть мне кажется, что она вообще везде есть, и в маленьких, и в больших, ну, в общем, не суть. И тут меня девочка попросила помочь ей напечатать картинку еще вчера. А у меня как раз не работает принтер. Цветопередача не айс, потому что нет желтого. В общем, сейчас как раз не звонит. В общем, у этой девочки не получалась надпись. Она думала, что она ее напишет, распечатав на принтере. Но так как принтер у меня тоже не печатает, ну, в общем, такие вот дела. Я ей решила дать проектор. Вчера дала проектор, чтобы она на торте написала надпись. Вот, у нее там что-то с тортом, какие-то проблемы. Она еще попросила меня дополнительно сделать звездочки. В общем, я вообще восхищаюсь таким человеком, потому что она может попросить помощи. Для меня это очень сложно. Сложно собраться с мыслями и как-то, знаете, ну, грубо говоря, свою коллегу, да, попросить о помощи. Всегда же кажется, что, блин, я такая крутая, у меня все получается. Вернее, как бы кажется, что у всех все получается, это только у меня ничего не получается, у меня не бывает ничего. Там и торт кривой, и пряник там косой, и там еще там что-то рука дрогнула, не так написала. И тут я понимаю, что у всех так бывает, просто не каждый может об этом либо рассказать, либо попросить у кого-то помощи. Вот я не могу, и мне кажется, просить помощи надо уметь, и ты кому-то поможешь, и тебе обязательно помогут. Вот я дала ей проектор для этого, вот, и сейчас она приедет за пряниками. Все, мы отдали Сафоне пряники. Сказала тетя? А когда будет, сказала? Больше никогда не будет, сказала. Да. Печь на заказ, да, так сказала? Да. Мастер-класс не на чердаке, конечно, но на хуторе. После Афоньки теперь тетя Олеся проходит мастер-класс по росписи именного печенья. Да? Ну что, очень красиво, по-моему. У меня получится пряники. Получится. И печенье получится. Мне так лучше вот богданы я конащи, не то больше будет. Что такое? Получается, надо включить. Что там у него есть? Там нудисты пляж. Вот, нудисты, да ты чё? А у нас каратисты туда едут, а туда еще и нудисты едут. Да встань. Ну да. Дети вот сегодня не собрали. Сразу это заметно. Угу. Беленькие уже. Конечно, они же сами нападали. Будем плямкать. В этот. Сладкие. У нас тут мини-мастер-класс. Да, я с Олесей. Пахалась. Олеся сейчас будет печь пряники. Да, видите, какие Олеся пряники печет. Видите, хозяйка? Как-то раскрутилась, наняла уже это себе. Да. Раб-силу. Да. Ну все? Все в духовку на 10 минут, 180 градусов. Да. Штучка. Не, ну давай намешаем цвета. Сейчас будем с Олесей расписывать пряники. Вот мой единорожек. Вот мой единорожек. Это Олеся. Начало только? Да. Тут твой. Угу. Грива у вас шибко красивая. Сейчас моя грива будет. Вот мой этот единорожка готов. Сейчас будет высыхать, и мы его потом еще кисточкой распишем. Кто зайца будет? Ты? Это Олесин мастер-класс. Олеся, смотри, как ей нравится тетя Олеся, да? Да, тетя Олеся? Да. Не сбивайте тетю Олесю. Так, у меня теперь будет Мишка со звездочкой. Да. Что там, зайца?
меня мятный заяц. Мишку мы тоже заразили пряниками. Покажи какого-то медведя. Гришки вот такой белый мишка. Ай. С розовым носиком. Как Гришка, короче. Гришка белый мишка. Нет. У нас что-то про Нат Гео Вайлд. Нат Гео Вайлд. Это про выдр, вот. Я засниму пряники наши, которые сохнут в сушилке. Вот мой мишка. Сейчас я иду к тебе. Вот Олесины пряники, вот мои. Обожаю объем. Обожаю, когда все вот такое вот объемное. Меня звал? А что там наши шашлычки, как? Еще не пожарились. Да? Че, он плохой свиной, да? Там написано, папа может. Я думала, папа ну, сможет. Папа сможет все что угодно, но надо куча специй сюда добавить, чтоб... А что, он пресный? Какой он пресный, да, он кипит. Мясо может при шашлыке кипеть. Ты видишь белые бульбы? Угу. Короче, папа не может, да? Папа смог, он папа сунул может, это все. Папа, сунул? Да. Куда? В шампур? В шампур, да. А цензура это, да? Да. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А завтра же надо шампура же не забудь же в пикник-клаб взять. Я записала шампура и зелень. И себя. Да, главное себя запихнуть. Ася и Миша, ну наконец-то мы встретились, да, Миш? А то Миша только в Сочи отдыхает. Не хочет в мышастовке. У нас футбол. Ну, практически. Ты не ту сторону снимаешь. Вернее, у них футбол. А у нас шашлык, а мы болеем, а мы болеем за наших. Сегодня столик. Дзюба! На хуторе? Дзюба? Ты откуда его знаешь-то? Я Дзюба, Дзюба. Она Галя Дзюба. Да. Пока с Башкой Галей разговаривали, наши уже 1-0 забили. Ура! Давайте вперед, ребята! Леся будет кушать свои пряники. Смотри, Миш, вот этот я сделала. И вот твой. И вот. Они все безглазые. Их еще надо нарисовать. Гриха сам такой прям у него прям вообще. Мишка Тедди, да. Так, что какой? Я вот единорожку съем. Давай. А ты что с ними делаешь? Ну я еще им глаза-то нарисую. А потом будешь как есть. Я потом обычно они кусать. Они будут тебя смотреть и плакать. Да, я просто буду кусать и все. Пахнет? Ну плюс вон, плюс одна, видишь? Плюс одна и 14. Короче, мы ждем, ждем, болеем за Россию 1-1. Ура! Так вот мы всей большой компанией смотрим футбол. Пенальти. А сейчас полчаса еще игры. Ну по 5 раз каждый играет. Все, ты не будешь играть. Не, я иду, пошли. А сижу я куда-то уже. Сижу я уже уезжает, да? На Хонде? На Хонде. Да, рука совсем другая рабочая, да? А ты как на работе у тебя нормально? Поддержать? Или ему завтра уже не страшно, только с субботы на воскресенье. За и наши проиграли, давай об этом думать. Только тогда, когда мы не любовь.